С понедельника, 14 мая 2018 года, на канале «Россия-1» состоится премьерный показ сериала «Сиделка». Сериал можно будет смотреть в привычное для телеканала время – в 9 вечера. Сериал «Сиделка» состоит из 16 серий. В данном видео вы сможете узнать сюжет и краткое описание серии сериала «Сиделка». Катя Кирсанова живет с больной матерью и преподает химию в школе. Она навещает могилу отца, который погиб 20 лет назад, и находит там странную записку. Это не Люська. Мать отказывается отвечать на Катины вопросы и что-то объяснять. Через некоторое время в жизни девушки начинают происходить странные события. Под надуманным предлогом ее увольняют из школы, и сразу же она получает неожиданное предложение от некого Жарова работать сиделкой в богатом доме. Глава семьи – успешный бизнесмен Анатолий Павлович Шубин. Находится в коме, и его привозят домой умирать. Трое его детей не проявляют никакого участия. В окружении семьи Анатолий не подает никаких признаков жизни. Но как только остается с Катей наедине, неожиданно заговаривает с ней. Игорь проявляет Кате интерес, но она не спешит отвечать взаимностью. Игорь едет на съемки клипа группы, которую он продюсирует, но в самый разгар процесса туда врываются бандиты и требуют долг – деньги, которые он брал на раскрутку группы. Игорь объясняет, что отец в наказание лишил его финансирования. Бандитов такой ответ не устраивает. Вика, несмотря на запрет матери, пытается сбежать из дома в ночной клуб. Возле дома Катя встречает странную, опустившуюся на вид женщину, которая расспрашивает ее о семье Шубиных, говорит, что знает о них какую-то тайну. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.